кушать, и потом можно доедать все весь день. Так вот, у меня есть для вас милый лайфхак. Можно воспользоваться зубочисткой, но она сейчас мне не помогает. Но сода говорит, что это незаменимая вещь после еды, когда у тебя есть брекеты особенно. Также Моника в этот момент. Спасибо я щеточку за советы.